торжественная линейка и прощание с учителями. В Обведенской средней школе номер 3 прозвенел последний звонок. Вчерашних школьников поздравили не только педагоги. Напутствие выпускникам дала и председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова. Она пожелала всем выпускникам успешно сдать ЕГЭ. Для нас это значимое событие, потому что мы впервые находимся в городе Звенигороде, например, я, на последнем звонке. И хочется пожелать всем жителям, родителям с пониманием подойти. Не такой страшный единый государственный экзамен. Он нормальный, сдать его можно. Все наши ребята обычно сдают в полном составе. Праздник радостный, грустный. Педагогам нередко тяжело прощаться с ребятами, которым они отдали не один год. Во-первых, ребят я этих знаю с первого класса. Мы их принимали в школу. И на наших глазах они все выросли, стали взрослеть. Там есть активные участники и спортивных соревнований, и участники олимпиад, и фестивалей всевозможных. И мы возлагаем на них большие надежды также на сдачу экзаменов. Они также хорошо очень учатся, и мы держим кулачки за них. Грустят и сами выпускники. Школьные годы подарили много хороших воспоминаний и надежных друзей. Валерия Андросова в этой школе училась всего 2 года, но прощаться с учебным заведением все равно тяжело. Честно, так все не вспомнить, потому что было очень много положительных моментов, и эта школа за 2 года мне стала очень близка. И очень люблю свою классную руководительницу Фирус Фархадну, она очень дорога мне стала за эти 2 года. И вообще у нас класс маленький, поэтому мы все очень дружны, и каждый день у нас проходил просто наполненный какими-то воспоминаниями положительными, хорошими. Дальнейшие планы у вчерашних школьников самые разные. Многие уже определились, чем хотят заниматься в жизни и в какой вуз будут поступать. Дальше юриспруденция, судоустройство, прокуратура. На данный момент пока точно не знаю, но все будет хорошо. Школьный последний звонок – далеко не последний повод для выпускников собраться вместе. Уже на следующий день всех их ждут на масштабном районном празднике. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».